Федор Петрович Пуртов, командир дивизиона 786-го легкого артиллерийского полка 46-й легкой артиллерийской бригады 12-й артиллерийской дивизии 4-го артиллерийского корпуса прорыва 1-го Белорусского фронта. Родился 12 марта 1920 года в селе Бахчун Ярковского района Тюменской области. В 1942 году прибыл с манчжурской границы в московскую зону обороны. Воевал на Курской дуге. Командовал артиллерийским дивизионом. За эти бои был награжден первым орденом Красной Звезды и получил звание капитана. Принимал участие в боях на Орловско-Курской дуге. Прорывал вражескую оборону в Белоруссии, освобождал Польшу, форсировал Западный Буг, Вислу, Одер, штурмовал Берлин. В 1944 году в составе 69-й армии Центрального фронта форсировал Вислу с помощью подручных и инженерных средств. Бойцы сумели захватить маленький клочок земли и удерживали контрнаступление врага в течение 15 дней. За героизм при форсировании Вислы и уничтожении вражеских огневых позиций Пуртов получил звание майора и представление на звание Героя Советского Союза. Бюст героя установлен в городе Ханты-Мансийск на Аллее Славы, Парке Победы.